Ладно, продолжаем. Так, что у нас тут? Похоже, полиция поймала очень плохого парня. Или не полиция. Короче, похоже, кто-то... Там не уточняется, кто, но похоже, они поймали плохого парня. Не уточняется, кто, я подумал, что это полиция. Похоже, вора отправили... Похоже, это вора отправили записку. А, точно, помню, это было в Шибуе повсюду. Блин, сайт фантомных воров сходит с ума. У них есть свой сайт? Покажи мне, я не знал. Хотя, да, судя по звонкам, возможно, ее и украшают. Жарко. После сезона дождей внезапно стало очень жарко. Да пофиг на погоду. Ты видел новости? Полиция там поймала очень... Главаря ужасной преступной банды. А, это тот парень, кому воры недавно записку отправили в Шибуе, да? Ты помнишь, что было с Камащида? Похоже, тут те же люди вовлечены. И, кстати, еще и Мадорама. С ним то же самое случилось. Секунду. Ты действительно думаешь, что это работа фантомных воров? Ничего другого не приходит на ум. Круто. Значит, они действительно крадут сердца. Слышали новая сюжетка? Нет, как бы... Заканчивается предыдущая, новая еще должна начаться. Ух. Блин, я так рад всегда видеть Саю. Хочу с ней замутить. Ладно. Тот самый Канаширо Джуниор, да? Мало того, что он сдался, так он еще и признался во всем. Даже несмотря на то, как сильно я копала под него, я не смогла поймать его сама. Фантомные воры. А манипуляция чужими сердцами считается преступлением? По закону это преступление. Как он и сказал. Если их поймают, то они будут наказаны? На нее, надеюсь, они не оказали никакого влияния, да? В смысле? Потянула на взрослых. Меня всегда тянула на взрослых. Мои вайфу Каваками и Тай. Фантомные воры, да? Дерьмо! Итак, лидер криминальной организации, который поднял всех на уши в Шибуе, был пойман. И похоже, были ученики в нашей школе, что пострадали от его рук тоже. Но теперь все рады. Даже несмотря на то, что мы платим такие большие налоги, все-таки, наверное, стоит сказать полиции спасибо, что его поймали. Она... Окей. Этот подозреваемый, что схватила полиция, похож на драму с Хоши, звездой. Ча? Так, я чуть не особо понимаю, какой Хоши? Какой-то преступник, он был преступником, который скрывался. Она про кого? Про Канаширо?
раз мы об этом заговорили, то Монтиса, что ты думаешь насчет этой проблемы с звездой какой-то? Че? Что за проблема? В этой фигуре у нас есть А и Е. Скажи мне... в этой фигуре скажи мне сумму углов А и Е. 90 градусов, 120, 180, 360. Ребят, как вы думаете? Я уже знаю ответ. Ну, сейчас посмотрю. Да. Скорее всего, я прав. Я гуманитарий. И что? А я вообще дантист. Так, так, вижу много интересных ответов. 360 явно не тянет. Если правильно. Сумму углов. Окей, все. Правильный ответ 180. Почему, сейчас узнаете. Правильно. А теперь посмотрите. Так, ну, короче, вычет сумма углов внутри. Молодцы те, кто угадали. Еее, какой же он умный. Монти-сан, он действительно учится, Кун. Окей, ты молодец. Так, окей, окей, тест у нас скоро, да, знаем. Это 7-й класс. Я не помню, какой этот класс, но я это встречал просто. Старшая школа. Так, да. Канаширо во всем признался. После речи полиции теперь все говорят только о нас. Я не думаю, что полиция вообще имеет какое-то отношение тут. Да, ну, в интернете все заговорили о фантомных ворах везде. Посмотрите. Блин, озвучка пошла, круто, теперь можно расслабиться немного. Круто, а то! Очень много людей пишут нечто подобное. Я верил в вас. Я держал кулаки за вас. Так значит, вот что Макото имела в виду, когда она сказала, нужно положить записки там. Положить. Разбросить записки там, где все их увидят. Ну, как и ожидалось от наших мозгов. Блин, звучит это все-таки странно, называть Макото мозгами. Вот так в предложении. Ну ладно. Не знаю, я не могу привыкнуть пока. Кстати, где наша смелая и прекрасная глава? Да, кстати, а где она? Алло, это я. Извините, но сегодня я не могу прийти. Меня внезапно вызвал директор, что ли? Хотя нет, какие-то учителя.
Но у меня все хорошо, не нужно беспокоиться обо мне. Нет, все-таки директор. Кстати, сейчас по телеку особая трансляция о фантомных ворах. Подожди, расскажи больше. Ну, много людей увидели записки, что мы разбросали. Серьезно? Ладно, в любом случае, простите за сегодня. Увидимся в следующий раз. Вильдем, в смысле? Кто это? Маджикайо, сугэра! Чё, серьёзно? Круть! Шкаши, коно саваги, кейсасу ни мео цукераре накереба ии га. В любом случае, со всей этой шумихой, мы не должны позвали полиции сесть нам на хвост. Йою даро! Да нормально все. Особенно в другом мире. Нас никто и никогда не поймает и не остановит. Но хотел бы, чтобы это так было. Но вспомните, что Канеширо сказал в конце. Ты о чем? Что еще кто-то другой есть был в дворце? Ты обеспокоен? Да, в дворцы, похоже, могут попадать еще, может попадать еще кто-то помимо нас. Он так сказал. Да и не стоит об этом сейчас волноваться. Если понадобится, они сами покажутся. Ну, посмотрим. Ну что ж, Акечи, жри вот это! За то, что не верил в нас. Ну, что насчет следующей цели, а? Утихомирь свой пыл. Но, учитывая, какая шумиха поднялась в этот раз, у всех будет большие ожидания от нас дальше. Но раз мы далеко уже зашли, надо взять кого-то очень серьезного в этот раз. Нет необходимости спешить. После Камашида это уже у нас третий человек. Нам стоит лечь на дно, пока все не успокоится немного. Да, точно. Ну, Димитру, если еще появятся еще какие-то фантомные воры, сейчас начнется противостояние между ними, это будет слишком круто. Так что... Сомневаюсь, там, скорее всего, один человек. Я подозреваю уже, кто это. Тогда давайте вечеринку устроим. Ну, точно! Нам также нужно устроить приветственную вечеринку новой главе. Точно, если мы продадим тот чемодан, то с него получим кучу денег и вечеринку устроим хорошую. Господи, да ты забыл, что не нужно так орать постоянно, говорить тише. Ну, тогда, Морган, обойдемся без тебя вот этот раз. Я не говорил ничего подобного, я просто сказал, чтобы отпраздновали это по-тихому. А, вот что он имел в виду. А, ладно, понятно. Ну, надо обсудить с Макото, когда и где это сделаем. Да-да-да, Макото? Алло. Да, я тут забыла кое-что тебя спросить, сказать. А? Что такое? Вечеринка отменяется. Вы слышите меня? Кроме Моргана и Юски... У нас у всех остальных, как бы, тесты на следующей неделе.
目立たないつもりなら成績がひどくて睨まれるとかは本当にやめてね。Если вы не хотите выделиться слишком сильно, то вам стоит поучиться и хорошо сдать тесты. Даже если я глава студсовета, я не смогу вас прикрыть. Так что пока что сконцентрируйтесь на учебе, а потом уже повеселимся. Поняли? Короче, ребят, тусня переносится. Сецумиштемораука. Через день? Какой через день? А, да, точно. Объясни, что происходит. Кайтоуа сэги де ар. Кайта тори дес. Фантомные воры борются за справедливость, как я и написала. Мы хотим узнать, кто такие фантомные воры. Ты что, не поняла, что ли? Ты типа не узнала, кто они такие? Кто эти фантомные воры такие? Нет, понятия не имею. Тогда, зенго но дзидзиц канке кара, карера но шуги шчоу нива, нанра учидо ва аримасен. Блин, что-то она завернула такие словечки. Штагатте, карера о сеги то минаши, чоуса о шурио шимашита. Короче, она изучила их и, короче, поняла, что их справедливость является верной, и расследование закончено. Это не может быть возможно. Говорит, что это невозможно? А у вас есть какие-то доказательства? Вот ублюдок. Ох, какая жалость. А я как раз собирался сделать тебе очень хорошую рекомендацию в один очень престижный университет. В этом нет необходимости. Я своими силами всего добьюсь. Прошу простить меня. Эй, мы еще не закончили разговор. Послала директора в жопу. Молодца. Наконец-то. А то было жалко смотреть, как он ее унижает. Сенсей, это я. Прошу прощения, что звоню вам вот в такое время. Да, насчет того дела. Да, прогресс и есть, но я столкнулся с небольшими проблемами. Но все же, сенсей, почему вы так заинтересованы в этом деле? Не это имел в виду. Да, мы продолжим расследование всеми силами. Да, конечно, мы добьемся хороших результатов. Очень скоро сообщим вам сюда. Ну ладно, спасибо за все, короче. Я должен идти, у меня тут дело, так что серьезно, пока. Дерьмо. Так, сейчас секунду проверю, если у меня да, нормальная память. Я дома. Окайри. С возвращением. Блин, я хочу к Макото переехать. Нанка, скоритеру? Ты в порядке? Выглядишь устало. Не беспокойся обо мне. Макото, чанто бенкио штеру но. Макото, а как твоя учеба? Я делаю. Хорошо. Но, слушай, зачем мне вот так сильно нужно учиться-то? Что ты имеешь в виду?
やった先に何があるのかなって。Ну, в смысле, что будет после учебы, после обучения? 苦しい受験に勝ち抜いても、その先も競争社会はずっと続いて。Даже если я пройду этот тяжелый тест и попаду в университет, потом мне придется бороться за свое место в обществе. 成功のためでしょ。Но это ради твоего блага. Хоть вести себя как маленький ребенок. この人、回答団が予告したって噂よね。急に犯罪歴を自白したって。Я слышала, как фантомные воры сказали, что украдут сердце того преступника, и они это сделали. И выявили его на свет, скажем так. 警察でさえ実態がつかめてなかったのに。本当に、唐突にね。Даже полиция его не могла поймать. Это действительно было очень внезапно. 人格が変わってしまったとしか思えない。でもそんなことありえないし。Нам пришлось поверить в то, что его личность внезапно вот так изменилась. Но такие вещи это очень редкое явление, чтобы они происходили сами по себе. いいじゃん、捕まったんなら。Да не важно, зато его поймали сейчас. おかげで誰の手柄にもならなかったわ。出世のためには目標ってのがあるのに。Да, но однако из-за кое-кого я потерял очень хороший шанс на повышение. 子供には分からないでしょうけど。Такие дети, как ты, не поймут этого еще. やっぱりこの事件を追ってたんだ。Так и знала, значит, все-таки она занималась этим делом. 出世か。Повышение, да? 変わっちゃったな、お姉ちゃん。Моя сестра сильно изменилась.でも、私は平気。Я в порядке. ねえ、お姉ちゃん。Слушай, сестра. 私ね。Я. 居場所見つけたんだよ。Свое место наконец-то смогла найти. Нет, я наконец-то смогла найти свое место. Нужно перевернуть. О, какая-то как. Так, с возвращением. Эй. Конец главы, да? Короче, это можно скинуть. Фу. Так, не, все, хватит с меня кулаками на сегодня. Оставлю что-нибудь и для следующего раза. Так. Black Elf когда? Не знаю. Не знаю. Сегодня мы, знаете, куда, ребят, пойдем? Вон в баньку. А, ну, ребят, с каваками мы уровня не получим по-любому. Так что пойдем с ней как-нибудь потом. Айда. Какого уровня? Вот. Сразу было заметно. Просто прийти сегодня. Эй, привет, бабушка. У тебя есть что-нибудь интересное? Живешь в Японии? Не, я живу в Италии. Да, задротил язык. Для того, чтобы насладиться многими вещами и для саморазвития. Так, что я хотел сделать? А, баньку. Баньку. Блин, все-таки хорошо, когда есть озвучка в игре, диалоги легче переводить, чем по тексту. Да, входим. Хорош. Хорош. О, аж два. Круть. А, ребят, скоро Хифуми тогда откроем такими темпами. Тяга. Ну, Паскаль, ну вообще-то я из-за Идолмастера начал учить японский. Потихоньку. Именно она меня спровоцировала на это дело. Такое, ну ладно.
попробуй учиться. Ну и пошло-поехало. 5 лет прошло уже. И вот мой результат. На пока что. Так, стоп, что происходит? Опа! Что за глупости ты несешь? Неужели? Воу, воу! Ну фига себе у нее бабануло! Неужели? Ты хочешь сказать, что новый член вашей банды стала моя сестра Макото? А ну быстро говори правду тот! Сама решай, что правда. Так значит, ты ничего не знала? Издеваешься? Это действительно так? Значит, когда тебя поймали, Макото была рядом с тобой, да? И ты хочешь сказать, что она убежала от копов? Я не говорил этого. Сама ее спроси. Однако, если тут вспомнить... Как-то летом я помню, как она очень много вопросов мне задавала насчет расследования. Ладно, помимо Макото, ты тут поднял другую интересную тему для разговоров. Помимо фантомных воров, в другом мире находились и другие, и кто-то другой. И ты сказал... И это вам сказал Канеширо, что там кто-то ради своей наживы, скажем так. Ты пытаешься сейчас повесить всю ответственность на него? Это правда. Воспринимай это как хочешь. Но все же, если ты действительно хочешь, чтобы я поверила, тебе нужно объяснять все лучше и без всего бреда. Хорошо? Окей. Это немного тяжело. Твои слова. Арива. Короче, твои слова я могу воспринимать лишь как неответственное признание и полное безумие того, что ты говоришь, или как истину, которой тяжело поверить. Ты действительно мне все говоришь. Ты действительно говоришь мне правду с самого начала. Конечно. Мне нет причин обманывать тебя. Решай сама. Ну да, это все правда. Тогда ты, значит, решил довериться мне и рассказать все это. Мотомото. Был еще кое-кто, кстати говоря, кто занимался расследованием касательно фантомных воров, что крадут сердца. Ладно. Неважно, насколько это все будет звучать бредово и невозможно, я выслушаю все, что ты будешь рассказывать, и попытаюсь поверить. Поэтому мне нужно, чтобы ты говорил правду и только правду. Это будет честной сделкой. Договорились? Оу! Серьезно?
Она наконец-то действительно уже начинает верить в это. У нее бомбануло из-за Макото, теперь у нее горит жопа. Вот именно, Паскаль, да. То, что все рассказывает он, это типа прошлое. И... Окей, Judgment. Суд. Первый. Тео, тебя сейчас тоже не будет. Ладно, у нас мало времени. Поговорим о том, что дальше было. Точнее, поговорим не о следующей цели вашей, а о том, что вы стали целью кого-то другого. Который выглядит вот так. Джедо. Нет ни фотографий, ни имен, ни вообще ничего. Кимино ханасига хонто нара. Кореджа набито яра ва цкаенай хазу ё не. Если все, что ты говорил до сих пор правда, то ты бы никак не смог использовать навигатор для того, что на нечто подобное, короче, на них. Доу ятте нератта но касира? Как вы с ними разобрались? Ну, рассказывай. Окей, вот теперь мы прошли главу и начали следующую.